Так, смотрите, всю технику собрал, и вот тут Крестюшку тоже взял с собой. Всем привет, и с праздником Пасхи! Сегодня замечательный день. Сегодня мы планируем поехать на очень крутое место, которое я нашел, когда искал локации для клипа Юлии Ковальчук. Мы снимали буквально недавно. Можете посмотреть этот влог у нас. Он есть на Ютубе, потому что мы каждый день снимаем, стараемся, работаем. Наши друзья ни разу на этом месте не были, так что мы в предвкушении поехать туда и устроить пикник, потому что, как вы знаете, по традициям все устраивают пикники, шашлыки на Пасху, и мы решили не отставать и предложили нашим друзьям вот такой вот замечательный план. Да, Кристина говорит дело, они наши друзья, которые живут в Салоу, уже очень долгое время там не были, и мы даже не были. Я это место в интернете просто случайно по Google Maps нашел, увидел эти фотографии и сразу такой вау. И также это место очень понравилось Алексею Чумакову и Юлии Ковальчук, которым мы снимали клип, но из-за того, что не хватило времени, мы туда не попали. И так как мы живем недалеко, у нас есть возможность побывать на таком замечательном месте. Так что не забывайте поставить лайк, написать комментарий и подписаться. Нам будет очень приятно, и Кристина будет радоваться. Кристина, радуйся. Уже встретились с Юрой и Таней, заехали в Lidl, в магазин. Сейчас они там купят продуктов на пикник, и мы уже выезжаем из Салоу. Я с нетерпением жду, когда мы уже попадем на это место. Надеюсь, то, что там будет хорошая погода и не будет дождя. Заехали прям в такой лесочек. Узкая дорожка. Мне родину напоминает. Родину, когда напоминает. Много зелени. Смотри, вообще вау. Мы уже приехали в этот город, он называется Кабасес. Такое название у него интересное. Идем сейчас биться яйцами и посмотрим, кто выиграет. Еще у нас к яйцам есть кетчуп. Вот такой вот космонавтский. Так, первый раунд. Кристина. Как твое яйцо называют? Зайка. Зайка. Юрец, что у тебя там? У меня вера и надежда, типа как фарту и масти. Ну, комбо. Христос воскрес. Воистину воскрес. О, все, я проиграл. Христос воскрес. Воистину воскрес. А ты ему по руке дала? Я проиграла. Опять? Да. Винер, винер. Что ты там наделала фотографии? Смотри, как круто. Ну что, кушаем, делаем такой пикник. Давай. С конфетами, со всеми штуками. А, давай еще с тобой, Юрец, тоже бабахнемся. Давай, готов? Все, давай. Раз, два, три, четыре, а ты меня бьешь? Ну да. Ну давай. Все. Блин, как ты это сделала так нечестно? Давай, теперь вы станем на победителя. На победителя. Взять новое, ладно. Вот так тримай. Добре, я першим буду бити. Давай. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ты, наверное, как-то на него давишь, у тебя лайфхак есть, да? Ну, конечно. Воистину... Нет, расскажи, Христос воскрес. Воистину воскрес. Давай, бей. Блин. Я понял эту фишку, он просто яйцо держит крепко, да? А, не, нифига не работает. Вон кто-то на машине едет. Ну да, я могу поделиться с вами своим пузякиным. Це повітря, ці маки, це сонечко. Сделали уже свой пятничок и вышли на это место. Туда, в принципе, можно было доехать на машине. Как раз испытаем Кристинку. Я уже не могу. Ты уже не можешь идти? Да. На это место идти где-то минут 15, а ехать минут 5 на машине. Ну, лучше всего прогуляться, чтобы бабаша дышала воздухом, Кристина да, кайфовала. Чтобы я помер. Мы уже приехали на место, в итоге сначала шли пешком, но потом у нас случился этот конфуз с Кристиной, и мы решили доехать уже сюда на машине. На самом деле сюда, ну мы ехали сколько, Юр, где-то минут 5, наверное, да, на машине? Да. Да, и вот это место знаменитое. Ну прикольно, нет? Мне нравятся такие места. Не впечатлило тебя домик? Да, впечатлило. Прикольно? Да, очень, но не жить, просто побывать. Да, тебе, Кристина, как? Пещерные люди. Пещерные люди.
Так, ну вот этот домик. Че, все закрыто? Полностью? Ну да, ну там видно. Че там? Ничего. Может, как-то с другой стороны. Как они заходили? А это что такое? Типа сумочку с продуктами сюда цепляешь, когда пришел с Меркадоны. Оп, прицепил. Интересная штука. А я думаю, даже сюда можно залезть просто. Да? А, ну да, смотри, реально. Залезем? Ну давай ты первый. Ну давай. Скажешь, стоит или нет. Может, побольше где-то есть дырка? Это самая большая дырка? Блин, ну я ж, наверное, замажусь там, капец. Что там внутри? А там что-то есть, короче. Ну, как бы, там никто не живет, но, наверное, чья-то собственность. Наверное, чье поле, того и этот дом. А что там именно внутри? Если тебя сожрет там какое-то чудовище, Димон, что делать? Как Кристина с малышом будет без кормилица? Слушай, а как мне надо залазить, думаешь, ногами туда? Сперва? Ну, не знаю, получится или нет. Может, вперед головой? Оп. Блин, мне страшно, чувак. Да ну, давай, что там страшного? Оп, и ты уже внутри. Сейчас там капкан такой на ногу. Херась, начинается фильм ужасов. О, бля. А есть телефон, фонарик посветить, что там вообще? Вроде мы не. Давай залазьте рты. Давай портфель тут. Что такое здесь творится? Ну пошли дальше. А что это такое? Это чьи-то Nokia или что это? Офигеть, что это? Седло, наверное, какое-то. А, седло. О, офигеть. Офигеть, ребят, тут просто дом, реально. Что за хрень? Это вообще испанское? Ну да. Что-то старенькое на карте. Молот Тора, чувак, возьми его. Возьми молот Тора, офигеть. Офигеть. Бля, он не легкий, кстати. Молот. Тут плита стоит, пожалуйста. А, вот еще одно окошко, кстати, смотри. А может, чё, как... Может, сюда... А, нет, всё же туда. Ну, как мы его не заметили? Что-то еще есть. Холодильник вот. Холодильник, прикинь, в холодильнике там, блядь. Блин, трупак. Голова сидит. Фу, слава богу, там еще не было. А ну посмотри в морозилке. На всякий случай, да? Фу. Слава богу, ничего не было. Офигеть, это люди тут жили. Можно тут выйти отсюда? Защелка какая-то, может. За то, что мы зашли в этот дом, обязательно поставьте лайк нам. Чисто из-за подписчиков решили вломиться. Смотрите, какое окошко прям маленькое. Винная выставка. Для птиц, наверное, да, сделали эту штуку? Магнит, смотри. Чё там? Прикольно там? Ну да, здесь симпатично. Мы прям на крышу вышли этого дома, серьезно? Офигеть. Мы покорили эту вершину все-таки. Ты очки потерял там, да? Да, да. Давай поспорим, то, что Таня сюда не поднимется, мне кажется, нет? Да не, по-любому нет. Ты тоже хочешь? Сделай фоточку нам. Але скажи, как мы ясно? Не. Да. Ну, через рады, но через окно. Смотрите, мы застали пещерных людей! Они до сих пор здесь живут! Это же просто... Просто чудо! Это что-то! Это вау! Мы сейчас возьмем интервью этих вещерных людей! Вы представляете? Привет! Здравствуйте, вещерный человек! Человек! Вот мой дом! Через то окно раньше я попал туда, а он сейчас вылез через это. Ну, это херня, я, наверное, жить здесь. Там он еще брат мой живет. Твой брат живет там! Люди, это просто что-то! Подержи. У вещерных людей есть телефоны, но это же... Обзор, это Huawei или что? Лицезрение появления человека на свет. Вот это колбаса, блин. Ты будешь помогать своему брату? Ребята, это чудо, это вау, мы застали пещерных людей. Это же находка. Ну... Ты увидела, как пещерные люди появляются на свет. Нет. Блин, почему, Юра, мы залезли через это окно, если можно было залезть через то? Я же тебя спрашивал, есть еще окна? Не, нету. А вы не посмотрели? Нет. Пещерные люди не додумались обойти. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Надо было обойти, и тогда...
Мы делали обзор нового дома нашего. Да? Когда мы переезжаем? Да, слушай, там уже на самом деле все есть. И холодильник, и телевизор, и... Что там еще есть интересного? Думаю, и плита. В стиле лофт, я думаю, тебе понравится. Ну и терраска сверху такая, симпатичный вид, кстати. А, мы еще нашли там, где барбекю можно сделать. Сад и бассейн там. Да, да, вот именно. Есть бассейн, да, небольшой. Да, да, можно реально? Реально там барбекю делать? Нет, я забираю свои слова обратно, я верю, вы все можете. Кто, ребята, вы? Вы с палатками на ночевку сюда приедете, я вам... Уже 10 часов вечера, мы пришли домой, и я пытался найти информацию с Кристиной по поводу этого домика, потому что нам стало интересно вообще, кто мог построить такой дом прям в скале, кто там мог вообще жить, зачем там кому-то холодильник, плита и вообще всякие бытовые удобства, потому что холодильник и плита были не такие прям уж и старые. Холодильник так вообще выглядел очень хорошо, такое ощущение, как будто совсем недавно там кто-то еще и жил. Сначала я искал на русском языке, но ничего не нашел. Потом попросил Кристину поискать на каталанском, на испанском, и тоже никакой информации нету. То есть единственное, что там написано... Что там, Кристина, было написано? Я зашла на разные сайты, и там просто описывалось именно сам этот путь. То есть как пройти, куда пройти, сколько там метров. Но именно об этом домике информации вообще нет, к сожалению. Хотя очень интересно было бы почитать и узнать, что и как, почему там этот домик. Ну да, единственный причем. Будем кушать яйца и салат? Да. Ну да. Нужно доесть яйца, которые мы поразбивали на наших батлах. На ужин у нас будет такой салатик. Кстати, на нашем канале уже почти 3000 подписчиков, и мы решили для себя каждую 1000 подписчиков новых делать вопрос-ответ. Так что ждем ваши вопросы, если они у вас есть, потому что новые подписчики пришли, возможно, вы что-то там не знаете, и вам интересно узнать. Так что обязательно пишите ваши вопросы в комментариях, и мы обязательно сделаем вопрос-ответ для вас. Так что все, на этом будем с вами прощаться, и увидимся завтра. Пока! Adios, I hate somebody else.